Специалисты Международного валютного фонда уверены, что Украина не выплатит России долг в размере 3 миллиардов долларов до конца года. Как пишет Financial Times, Киев рассчитывает реструктурировать 15 миллиардов долга на ближайшие 4 года. Это соответствует планам МВФ по ликвидации финансовой дыры в бюджете Украины. На сегодня Киев рассчитывает стабилизировать курс украинской валюты за счет поступившего 5-миллиардного кредита МВФ. Но по мнению аналитиков, зарубежная помощь пойдет не на поддержание гривны, а на выплаты по долговым обязательствам страны. Согласно прогнозам, к концу года госдолг Украины вырастет до 94% ВВП, а к 2020-му достигнет 100 миллиардов долларов.